Привет, ребята! Надеемся, вы уже видели, как в прошлом выпуске Кнопа проходила этот лабиринт. А сегодня Топа постарается нас удивить. Итак, время пошло. Топа не такая высокая, как Кнопа, а значит, у нее нет возможности подсматривать через стены. Но джунгарские хомяки отличаются сообразительностью, а из-за своих размеров могут быть куда поворотливее. Топа, я тут уже столько о тебе рассказала. Не подведи и передвигай лапками, пожалуйста, поскорей. Ну чего ты там рассматриваешь? Палочки как палочки. Уверена, ребята, которые нас смотрят, каждый день при помощи них пьют что-то вкусненькое. Ребят, ну правда же? Напишите в комментариях, какой сок или напиток любите больше всего. А я пока допью свой клюквенный морс. Я вернулась. Это было очень вкусно. Как там наша Топа? О, уже почти опустилась на этаж ниже. Давай, Топа. Это совсем не страшно. Ура! Ты бьешь рекорды. Топа, если ты не знала, то этот этаж весь зеленого цвета, как и сигнал светофора, через который мы сегодня проходили, когда шли в зоомагазин. Не понимаю, почему хомяков так интересует этот трамплин, но очень надеюсь, что Топа не будет его облизывать, как Кнопа в прошлом выпуске. А вы уже его посмотрели? Было очень смешно. Я же тебе говорила, совсем не скучно. Так что поскорее спускайся на этаж желтого цвета, там много шариков. Это может быть очень интересно и познавательно. Эй, куда же ты так быстро побежала? А посчитать шарики? Ребята, если вы успели посчитать, то напишите, каких шариков больше? Желтых, синих, красных, зеленых или оранжевых? Кто напишет правильный ответ первый, получит от меня лично сердечко. Топа, ну ты самый быстрый джунгарский хомяк, которого я когда-либо видела. Ну-ка, покажи нам, как правильно проходить через это препятствие, а то Кнопа в прошлом выпуске просто его перелезла. Ребята, поддержите нашего хомяка, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Продолжай, не останавливайся. Осталось пройти препятствие из палочек, и мы на первом этаже. Я думала, что самые быстрые животные – это леопарды. Но оказывается, это наш джунгарский хомячок Топа. Юху! Ты смогла! Я знала! Я знала! Какая же ты умничка, Топа! Итак, мы на красном этаже. Только, пожалуйста, не повторяй ошибок, Кнопа. Не нужно кушать резину, она ведь горькая. Фека. Особенно фека, когда на финише тебя ждет кое-что вкусненькое. Вот умничка, беги скорее, ведь нам всем интересно, какой же приз ждет самого быстрого хомячка. Но если бассейн из разноцветных шариков тебя не остановил, то победы не миновать. Осталось сделать несколько шагов. Давай, давай! Ура! Победа за тобой! Кушай орешек и скорее отдыхай. А мы с ребятами поставим лайк и посмотрим другие выпуски. До скорых встреч!